можем однозначно характеризовать как результаты проектной деятельности. Это те же самые египетские пирамиды, пирамида Хеопса, ну и такие проекты, как, например, в Великобритании проект Стоунхендж. Этот проект, городище Стоунхендж, был реализован примерно 4000 лет назад. Многие специалисты в проектной деятельности, в частности, говорят, что целью этого проекта была демонстрация возможностей человека. Прежде всего, таких возможностей, как то, что он может из гигантских монолитных каменных глыб строить вот такие уникальные сооружения. Ну, если вы не знаете, кратко, это сооружение, которое сейчас выглядит в виде П-образных таких конструкций. Два монолитных камня стоят вертикально и вверху перекладина. Таких конструкций в городище Стоунхендж несколько. Вот. Но если мы аккуратно и профессионально подойдем к изучению данного проекта, а именно определению цели проекта, то мы можем увидеть, что целью данного проекта все-таки была не демонстрация строительных возможностей, а демонстрация более глубинных, более значимых, более обширных посылок. Если рассмотреть одну из центральных П-образных арок более аккуратно, то мы увидим в верхней перекладине небольшую сквозную линию, точнее паз, который пересекает этот камень. 22 июня в день летнего солнцестояния на восходе солнца лучи солнца проходят точно по центру этого паза. И это неспроста. Это четкая закономерность, и мы понимаем, что человек, который создавал это, в нашей терминологии менеджер проекта или руководитель проекта, он это расположение, это явление согласовывал, осознанно создавал. То есть менеджер проекта, руководитель проекта уже в те далекие времена показывает нам, что несмотря на свою ничтожность или там небольшой масштаб, человек во Вселенной способен осознавать явления природы большого масштаба, значимого масштаба. Явления такие, которые описывают движение тел Солнечной системы, Солнца и Земли. И именно вот эти моменты, по-видимому, были целеполагающими в ходе данного проекта. То есть руководитель проекта, менеджер проекта нашими терминами, он ставил перед собой целью следующее. Показать, несмотря на то, что человек песчинка во Вселенной, он способен осознанно понимать, изучать, анализировать явления окружающие. И менеджер, руководитель данного проекта выводит зрителя, потребителя результатов данного проекта к тому, чтобы этот потребитель задумался, да, что он действительно вот такое существо, создание, но каково его место в этом мире, в этой жизни, его предназначение, на что он способен и так далее. И вот по истечении более чем 4000 лет мы видим, что результат данного проекта востребован до сих пор. Люди приходят в это место Стоунхендж и начинают задумываться действительно, кто они такие, зачем они здесь, что они могут оставить после себя в большом смысле, после себя для человечества. А вот та задача, при помощи которой достигается цель эта, именно и совпадает с тем, что
менеджер проекта взял и построил вот такое вот сооружение. То есть мы таким образом четко видим, что цель проекта – это одно, задача проекта или задачи проекта – это другое. А именно, при помощи решения задач проекта мы достигаем цели проекта. Много различных примеров в области управления проектами, проектной деятельности. Я бы хотел кратко остановиться на современном отрезке проектной деятельности, а прежде всего на том моменте, как шел анализ, накопление и становление терминологического корпуса в области управления проектами. Современное положение в методической части здесь такое, что мы видим, что лидирующие позиции здесь занимает Западная Европа и США. Мы видим, что здесь действительно очень структурно и системно все рассмотрено, созданы новые термины, создана новая база вот такой зоологической, можно сказать, классификации. И основоположником всего этого был в начале прошлого 20 века Фредерик Тейлор. Фредерик Тейлор, да, он прежде всего занимался линейными процессами, анализом производственной деятельности, но и эти его результаты анализа уже уходили к анализу проектной деятельности. Его продолжателем, соратником в одно время был Генри Гант, тот самый Гант, который изобрел диаграмму, она так и называется, носит его имя, диаграмма Ганта, которая используется практически во всех современных инструментах по управлению проектами, такие как, допустим, Microsoft Project, Primavera, Spider и многие-многие другие. Мы видим, что далее в этой сфере пошли очень глубокие, серьезные классификационные разработки. И все это привело к тому, что был заложен новый фундамент классификационного характера в области управления проектами. Это западный подход, иногда его называют тейлоровский подход. И он в своей сущности действительно имеет вот базу производственную. Его часто так и называют механический или конвейерный подход. Сущность его сводится к тому, что если мы рассматриваем проект как единое целое, как единый процесс, то мы можем достичь увеличения эффективности этой деятельности, то есть эффективности проекта. Мы можем увеличить эту эффективность, если возьмем весь процесс, разобьем на составные звенья, при этом у каждого звена выделим определяющие роли, у каждой роли зафиксируем функции. И в этой ситуации управление проектом будет сводиться прежде всего к тому, чтобы отслеживать в